Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 20.13. Напишите уравнение графиков функций, изображенных на рисунках. Но мы будем искать уравнение вида y равно корень из x плюс m или y равно минус корень из x плюс m. Пункт А. Ну, функция y равно корень из x проходит через начало координат. А как видим, эта точка данной функции сдвинута на 2 единицы вверх. Тогда мы можем заключить, что m равно плюс 2. И тогда график данной функции будет выглядеть так. Корень из x плюс 2. Пункт B. Ну, эту функцию мы будем сравнивать с функцией y равно минус корень из x. Эта функция проходит через начало координат, а данная функция, получается, что ее точка сдвинута на 2 единицы вниз от начала координат. Тогда мы можем заключить, что m равно минус 2, а график функции равен y равно минус корень из x минус 2. Пункт V. В пункте В вот у нас начало координат 0, 0, а начинается наша функция в точке 0, минус 1. То есть это функция y равно корень из x, только опущенная на 1 единицу вниз. Значит, m равно минус 1, а уравнение равно y равно корень из x минус 1. Пункт G. Так, мы сравниваем функцию с функцией, графиком функции y равно минус корень из x. Так, вот у нас начало координат, а вот точка, которая принадлежит данной функции. Она отстоит на 3 единицы от начала координат, причем вверх, поэтому m равно 3, а уравнение будет такое y равно минус корень из x плюс 3. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем сайте.